Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Мари Мистик. Сегодня 4 августа 2022 года. Меня просили показать барона, как он оброс. Так, барон у нас особенно-то и не хочет позировать. Ну, где он там у нас? Барон! Котик! Барон! Кс-кс-кс! Бароша! Он нюхает листочки. Барош! Кс-кс-кс! Барушки, иди ко мне. Давай, бабуля, теперь. Вот он красивый. А если он меня укусит? Это он не укусит тебя, этот барошка. Да барон! Напугал. Я и коти меня попугал. Давай. А куда? Так куда он делся-то? А, ну не хочет он сниматься. Давай поснимаем Брюса с Барси. Откройте мне калитку. Я друг. О! Куда? Вы уже бегали сегодня, гуляли. Хочу показать размер Брюса по соотношению к Барсе. Мы гуляли, Барси вся мокрая. Брюс. Так, камера. Подержите Барсю, чтобы Брюса показать. Я не знаю, как их... А, вы уже держите. Брюс, подойди к Даришке. Ой, Барси, вы что-то уже слазила. Так она гуляла вот такая вот вся, учуханная пришла. Брюс! А Брюсу жарко после прогулки, как всегда. Рица у нас в продаже. Вот эта красавица-царица. 3,5 месяца. Щенку западно-сибирской помойкой пахнет. Так она и бегала где-то по лужам там. Ой-ой-ой, Дариночка, Дариночка. Брюс! А Брюсу жарко. Чистюля. Чистюля, Дарина, будь ты сама так чистюля. Сейчас пойдем качели вешать. И бассейн запускать. Так, Рица где-то глаз запачкала. Царица. Барси. Никто не хочет позировать, всем жарко. Ага,